Приветствую всех любителей паракорда на канале Technics Reviews. Сегодня я хочу показать новое плетение, которое я нашел в интернете. Конкретно могу сказать авторство. Это блок Swiss Paracord. Там это плетение называют как передовое плетение Соломона или как передовой узел Соломона. Но я бы его назвал по-другому. Почему? Я объясню. Потому что основа данного плетения — это плетение кобра. Всем известная кобра, которую я уже много раз показывал в различных модификациях. Это кобра одинарная, кобра двойная, живот кобры. Это все уроки можно найти на моем канале, все эти плетения присутствуют. И сегодня то плетение, как я сказал, которое называется передовое Соломоново, но исходя из того, что в основе лежит плетение кобра, я бы сказал, ну, если у нас существует уже живот кобры, то пусть это будет спина кобры, или пусть это будет кобра с зигзагом, или, ну, лучше пусть будет спина кобры, наверное, назовем его так, спина кобры. То есть для этого берется два кусочка паракорда, один основной для плетения, это будет красный паракорд, и отделочный пестрый паракорд. Складываю вдвое основной паракорд пополам и отделяю часть на направляющие для возможности выполнения плетения. Как обычно, при демонстрации плетения закрепляю иголочкой, то есть для того, чтобы можно было с этими шнурочками работать. Вот. Теперь мы имеем 4 направляющих. Вот они, одна, вторая, третья, четвертая. Вернее, неправильно я сказал, две направляющих, одна направляющая, вторая. И левая ветвь и правая ветвь, которыми будем вязать. Как вяжется кобра? Кобра закладывается. То есть направляющие как бы обвиваются узлом. Вот таким образом. Направляющие обвиты узлом. И теперь начинаем уже плетение спина кобры. То есть делаем следующее. Я показываю, как это закладывается. Теперь затягиваю основной узел. То есть это узел основного плетения кобра. И здесь вставленная отделочный паракорд. Следующий узел кобры выглядит таким образом. Оставляю для того, чтобы можно было повторить. И завожу отделочный паракорд и тоже показываю, как это должно выглядеть при работе. После этого затягиваю кобру и затягиваю отделочный паракорд. Подтягиваю. Вот так. Делаю следующий узел кобры. То есть это самая обычная кобра. И таким образом провожу отделочный. Тоже оставляю перед вами для того, чтобы можно было повторить. Затягиваю основной узел. Затягиваю отделочный узел. Закладываю следующий узел кобры.
делаю все медленно и оставляю паузы для того, чтобы можно было рассмотреть мои действия. Паракорд специально взял контрастный, то есть пестрый отличается от красного, для того, чтобы можно было хорошо проследить за выполнением всех операций. И повторяю уже без комментариев, потому что идет просто повторение. И таким образом у нас начинает вырисовываться спина кобры. Урок по плетению живота кобры смотрите на канале, делайте поиск по ключевым словам внутри канала, находите и смотрите. В плейлисте «Энциклопедия паракорда» показаны уроки по очень большому количеству видов плетения из паракорда, по плетению браслетов, темляков и оплетки рукояток и так далее. Задавайте вопросы, делайте предложения свои, и таким образом будет создана полная энциклопедия паракорда, то есть всех видов плетений, всех видов паракорда. Я уже показывал и паракорд 5-миллиметровый, паракорд 4-миллиметровый, также паракорд 3-миллиметровый, 2-миллиметровый микрокорд. То есть все те материалы, с которыми мне уже пришлось работать, а тем, кому они еще не попали в руки, по крайней мере, могут ознакомиться на моем канале. Ну, на этом я заканчиваю, то есть уже плетение уже получено, рисунок уже виден, и, собственно, незачем тратить время для того, чтобы продолжать. Вот такой вид плетения. С обратной стороны видим просто кобру, у которой есть вставочки пестрые. Когда выполняется плетение изделия, естественно, этот конец будет заделан, заплавлен. И, то есть в таком виде, вот, скажем, в виде браслета, это может быть представлено в двух любых цветах. То есть, допустим, синий, желтый, или наоборот, красный, черный, черный, красный. То есть в любых сочетаниях черный, оранжевый тоже эффектно смотрится. То есть кто как желает, тот так может и выполнить это плетение. Вот на этом все. Наше плетение спина кобры сегодня изучено, я вам доложил. Подписывайтесь на мой канал, смотрите плейлист «Энциклопедия паракорда», и я надеюсь, что мы совместными усилиями создадим настоящую энциклопедию паракорда. На этом сегодня все. Пока-пока.